За прошедшие сутки противник 5 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Сокольники, Фрунзе, Новокиевка. Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенные минскими договоренностями 120-миллиметровые минометы, БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено 128 мин, гранат и снарядов. Также украинская сторона продолжает нарушать минские договоренности по отводу тяжелого вооружения от линии боевого соприкосновения. По данным нашей разведки, в районе населенного пункта Троицкая, это 5 километров от линии боевого соприкосновения, выявлено нахождение 7 122-миллиметровых гаубиц Д-30.